Краткий обзор видеоработ участников фестиваля. Итак, первая работа Иванова Елена. Хороший законченный номер, достаточно технично исполнен, выполнена музыкально. Музыка соответствует хореографии и в целом образ соответствует выбранной хореографии. Мне очень понравилось. Следующая участница Анжелина Ерданова. Было представлено три номера. Первый номер – это акробатический номер. Если я не ошибаюсь, выбран был образ Малефисенты. Мне также все понравилось. Выполнено технично, артистично. Выполнено музыкально и динамично. Образ соответствует выбранной музыке. Выбранный костюм также подобран в соответствии с образом. И характер исполнения также соответствует выбранному образу. Следующий номер Анжелина Ерданова, также акробатический. Там, если я не ошибаюсь, был представлен образ Джокера. Очень хороший номер, выполнено технично, выполнено очень эмоционально. Все движения соответствуют выбранному образу, как хореография, так и акробатические. Был очень классно передан характер персонажа. И движения были подобраны также в соответствии с выбранной тематикой и с характером персонажа. И, конечно же, костюм, образ, все в целом соответствовало. Очень понравилось, технично, динамично, просто великолепно. И третий номер Анжелина Ерданова, Contemporary Dance. Музыкально, технично. Виден образ. Единственное, мне в некоторых элементах не хватило техничного исполнения. В целом все очень хорошо, динамично, технично. Во вращениях и в некоторых элементах на полу немножечко не хватило техники. А так очень хороший номер. Все понравилось. Спасибо.